Всем единицам ВМФ США у стран АСЕАН приказано защищать Китай от атак дронов Рауля Менендеса. Благодарю, госпожа президент. Ваши поступки убедительнее любых слов. Мадам президент, командир, который захватил Менендеса, вызвался возглавить вашу охрану. Он наш главный специалист по Менендесу. И он считает, что вам может угрожать опасность. Сэр, видим движение на земле. Группа противников. О, господи. Дроны. Они меняют курс. Лос-Анджелес. Так и знал, что слишком просто дался взлом целлериевого диска. Его цель — президент. Вертолет президента под обстрелом! На землю! Срочно вызывайте броню! Мы падаем! Госпожа президент, вы в порядке? Все, все. Точно? Я в порядке, да. Доставить президента в убежище. Вот жопа! Вот жопа! Сэр, я не жопа! Смогу помочь, если не успокойтесь. Сохраняйте спокойствие. Меня кровь я дам вам обезболивающее. Госпожа президент, дроны уничтожили борт номер один и ваш вертолет. Джонс, а что с остальными конвоями? Полиция доложила о столкновениях на улицах. Сотни вооруженных наемников одновременно нанесли удар по Лос-Анджелесу. А количество жертв? Центр эвакуировали. По первым оценкам, ниже ожидаемого. Слава богу. Мейсон, что будем делать дальше? Госпожа президент, мы доставим вас в убежище под отелем Бонавантюр в центре Джонсон, города. Джонсон, выведите на улицы войска и разберитесь с дронами. Командование НУРАД отправило 200 истребителей. До прибытия 5 минут. В этом и был план Менендеса. Ликвидация лидеров двадцатки подорвет власть капиталистов по всему миру. Отвечаю на сигнал бедствия. Жду приказов.
Андерсон, мы направляемся к убежищу с президентом. Займи позицию в воздухе, веди наблюдение. Так точно. Только учти, кроме меня поддержки не будет. Остальные из эскадрильи либо погибли, либо ведут бой с дронами. Агент Сэмюэлс, другие машины конвоя на ходу? Вряд ли мы сможем до них добраться. Тут повсюду наемники. Машины должны добраться до убежища. Достать туда президента, а я вас прикрою. Надо торопиться, иначе в живых никого не останется. Здесь повсюду наземные войска! Вижу их! Защитить президента! Прячься за машину! Все в порядке! Стреляй со всех сторон! Не вылезать! Не приближается сектор! Отвлеки внимание на себя! Защищайте президента! Подождите! Лидеры большой двадцатки в той машине долго не продержатся! По машинам! Твою мать! Держись в парадке, выясните, что с другими конвоями! Задние машины свернули, как только в нас попали! Министр обороны Петреус в безопасности! Синий маршрут под угрозой. Повторяю, синий маршрут под угрозой. Всем конвоям избегать района стадиона. Ждите новых данных. Мы проедем по улицам. Перегруппируемся по дороге. У нас РПГ на всех крышах. Я пытаюсь. Андерсон! Ну же, блин! Вот крабина! Меня подбили! Thank you.
сообщили, что конвой президента Франции попал в окружение у стадиона. Если еще кто-то из иностранных лидеров погиб, последствия будут катастрофическими. Ясно. Конец связи. В нее попали. Не знаю, насколько серьезно. Андерсон! Спасите. Проследите, чтобы выжила. Идентификация. Нисон, Дэвид. Замена приоритетов.
Альфа, Дельта, Эхо, X-Ray. Проверка завершена. Начинается цикл запуска. Системы управления, навигации, связи и телеметрии включены. Стрелки на автозавод на каждом перекрестке. Полиция не справляется. Мы не доедем до цели. Займется. Я на истребителе. Окажу поддержку с воздуха. Отслеживаю ваше положение. Держитесь. Атака уничтожила большую часть территории. Проклятие! Налево! Давай налево! Поступок, солдат.